Государство, что проезд на данном отрезке дороги не осуществляется со вчерашнего вечера. По их информации, уже после произведенных взрывных работ начнется масштабная расчистка завалов. На отдельных отрезках, которые не поддаются механическому сбросу, применяются пушки с водой и другая техника. Рабочие сегодня смогли приступить к расчистке завалов в полную мощь, не опасаясь за жизни пассажиров, проезжающих на своем транспорте. И работа не будет остановлена до самого утра. К сожалению, многие жители Южной Осетии по-прежнему остаются ждать прямо на трассе. Многие водители, несмотря на риск, пытаются провести своих пассажиров, включая детей и женщин, через завалы. Однако такие попытки пресекаются. Было принято решение закрыть дорогу на целый день, чтобы дать возможность дорожникам, всем службам, которые необходимы нам, чтобы разобраться с этой дорогой. Усилиями президента было принято все меры и были привлечены все средства и возможности, что нужно было, чтобы сделать все необходимое, чтобы дорога в ближайшее время была открыта. Искусственный спуск этой массы, горной массы, произошло. Сейчас дорожники начали работать, работают очень активно. Но дорога на данный момент закрыта пока. Дорожники постараются, сделают все возможное, чтобы дорога завтра была открыта свободно, чтобы в обе стороны дорога работала. В начале 90-х годов беженцев, вынужденных уезжать из зон боевых действий, заселяли в здании бывшей турбазы Осетия. Все эти долгие годы вопрос обеспечения их жильем не был решен. Между тем, условия проживания были, мягко говоря, неподходящими. Сотрудники жилищно-коммунального хозяйства и жилищно-эксплуатационные конторы администрации города постоянно проводят восстановительные и ремонтные работы в здании турбазы. Через короткое время происходит намеренная порча систем жизнеобеспечения. Таким образом, жильцы пытаются потребовать отдельную жилплощадь в городе. Но в этом вопросе не все так однозначно. Елена Газаева пыталась разобраться в ситуации. В здании бывшей туристической базы Осетия жилищно-коммунальным хозяйством города Цхинвал проводятся работы по установке питьевых баков, а также ремонт и восстановление канализационной системы. В настоящее время мы занимаемся по поручению главы администрации города ремонтом внутрипроводных сетей. Это значит, что мы здесь устанавливаем питьевые баки. Установили 4 бака общим объемом 3000 литров. Сейчас будем заниматься проведением водопроводной линии, наружной центральной линии. Мы проведем водопроводную линию и запитаем эти баки. Также мы здесь оборудовали рукомойники, в санузлах баки установили, то есть провели водопроводную линию. Думаю, что в течение недели все эти работы нами будут завершены. Основная работа нами уже завершена, осталось сейчас запитать водой наружную линию провести, и эта система будет полностью работать. И этот объект будет работать в полном объеме. Как выяснилось, только в этом году работы по ремонту и восстановлению канализационной системы проводятся не в первый раз. Жители намеренно приводят систему в нерабочее состояние. В здании вот турбазы неоднократно мы проводили ремонт канализационной системы в подвальном помещении. И, как нам видится, намеренно ее выводят из строя. Там мы находим пластиковые бутылки из-под пива, различные вещи, и система выходит из строя. Ну, по вызовам делаем, ремонтируем, но все равно вот повторяется одна и та же картина. Поведение жильцов, а это в основном беженцы из разных сел, которых заселяли в бывшую турбазу еще в начале 90-х, противоречит нормальной логике. Создавать самим себе трудные условия жизни, не говоря уже о том, хоть как-то облагородить комнаты, где живут многие годы. Купить пару банок краски и самим попытаться выкрасить стены – не такая уж непосильная задача. Тем более перед корпусом припаркованы дорогостоящие автомобили. Если у жителей этого дома имеются финансовые средства на покупку автомобиля, то не лучше ли эти деньги направить на улучшение своего жилья? Однако ничего такого и в помине нет, только требования. Столько лет мы ходим по всем инстанциям, и до сих пор к нашей проблеме нет внимания. Мы признаем, что канализационная система была выведена из строя. Засорения происходят и в других корпусах и домах. Зачем заостряете на это внимание? Нам нужно новое жилье.
Работники жилищно-коммунального хозяйства города проводят нам воду. Большое спасибо хоть на этом. Но нам не вода нужна, а квартиры. Неужели за 25 лет нельзя было построить нам жилой корпус и всех туда переселить? Неужели пострадавшим в 92-м году ничего так и не полагается? А насчет воды мы хотим, чтобы воду провели и в душевые комнаты. По просьбе жильцов, которых здесь около 70 человек, воду проведут и в душевые комнаты, которые предусмотрены на каждом этаже. Они до сих пор не функционировали по причине того, что более предприимчивые жильцы их заняли под личное пользование. Пообщавшись с жильцами, беженцами, коими они себя называют, выяснилось, что и порча канализационной системы, и отсутствие желания хоть как-то облагородить свои комнаты происходит по единственной причине – показать невыносимость условий своего проживания и получить жилье. Однако из самими жильцами турбазы не все так однозначно. После 2008 года и установившемуся миру на всей территории Южной Осетии, многие могут вернуться в родные села, но не желают этого делать, по-прежнему находясь в статусе беженцев. Некоторым из семей было выдано жилье, но члены семей не хотят выезжать с турбазы в надежде еще получить заветные квадратные метры. Есть и имеющие жилье не только в Южной, но и Северной Осетии, но и желающие еще урвать. Поэтому обустройство и улучшение их повседневных жилищных условий для них не является первоочередной задачей. Елена Газаева, Азиз Багаев, информационный выпуск сегодня. 20 августа официально начинается рабочий период для коллективов среднеобразовательных школ после длительного летнего отдыха. Готовы ли сельские школы к новому учебному году? Мы начали серию репортажей, посвященных этой теме, с Дзаусского района. А сегодня наши корреспонденты побывали в школах Цхинвальского и Знаурского районов. В Цхинвальском районе готовность школ проверяли первый заместитель главы администрации Цхинвальского района Валерий Бибилов и заведующий отделом образования Борис Лулоев. В инспекционной поездке с ними была Ирина Битьева. Вначале проверили состояние готовности Тебецкой неполной средней школы. После войны 2008 года школу отстроили заново. Все, что необходимо для учебного процесса, по словам директора Азы Цхавребовой, в школе имеется. До начала строительства здесь обучалось 35 учеников. Но во время ремонтных работ многие устроились в городские школы. Теперь здесь только 14 детей. Их ждут 1 сентября чистые стены и парты. В 2010 году мы въехали в капитально отремонтированную школу. С тех пор мы здесь учимся, и каждый ребенок бережно относится к чистоте и порядку. К вновь отстроенным сельским школам относится и Зарская школа. Осталось протереть стены и перекрасить ворота в новый, более сдержанный тон. К процессу покраски уже приступили, задействовав самих учащихся. Директор Залина Пухаева с гордостью рассказывает, как ученик 6 класса сам без всякой посторонней помощи смог сделать осетинскую домашнюю утварь. Но в школе, как выяснилось, есть проблема, и она существенна для них. К сожалению, в школе мало детей. Их мало и в самой деревне. Чуть выше, в соседнем селе Рустов, директор Клавдия Кочева встречает гостей у порога. Рассказывает, в каком состоянии была школа и в какое светлое и просторное здание превратилось. До землетрясения у нас было двухэтажное здание. Затем мы 10 лет ютились в вагончике. Но благодаря правительству теперь у нас новая школа. Но есть небольшая проблема. Нет у нас порт-инвентаря и пищеблока. Но и эта проблема скоро будет решена. Отстроили и Домболецкую школу, но здесь нет соответствующих условий, нет отопления и воды. Зимой у нас в помещениях холодно, нет трехфазного провода. Если включаем обогреватели, проводка перегорает. Обещали сделать отопление, но, скорее всего, в этом году ничего не получится. Нет и воды. Кроме Домболецкой школы, в районе еще несколько школ требуют особого внимания со стороны районной администрации. В школах района есть потребность проведения, скажем, водопроводной воды. В 3-4 школах у нас необходимо произвести также и отопительные работы по готовности к зиме. С этой целью у нас уже намечены планы, однако, учитывая, что управление ЖКХ у нас сейчас преобразуется, данные работы пока не производятся. Как тогда выкручиваться? Как школы будут выкручиваться? Все-таки им придется ждать следующего года. Да?
Нет, я надеюсь, что в течение 2015 года вот эти работы мы постепенно будем производить. Обход школ показал, что школы к новому учебному году готовы. Учащихся 1 сентября встречают просторные светлые классы. Ирина Битева, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня. В школах Знаурского района подготовка к новому учебному году тоже идет полным ходом. Правда, огорчает недобор учеников, но педагогические коллективы не отчаиваются. Наш корреспондент продолжит. Педагогические коллективы всех школ Знаурского района находятся на рабочих местах и готовятся к новому учебному году. В средней Бекмарской школе ведутся ремонтные работы. Начальник отдела образования администрации Знаурского района Эльвира Габараева держит под контролем подготовку школ района к новому учебному году. Ну, по району у нас 6 средних школ, 3 неполные средние школы и 1 начальная школа. В прошлом году у нас было 247 детей по району. Сегодня, на сегодня уже контингент увеличился с тем, что в первый класс придет 38 детей. Всего, наверное, будет около 264. Но это, конечно, мало для района. Родители в поисках работы уезжают в город, потому и забирают детей, и с каждым годом как бы в сельских школах уменьшается контингент детей. Насчет ремонтов по школам могу сказать, что только в этом году отремонтировали косметические, это здание Бекмарской средней школы. Там поменяли окна, деревянные окна на пластиковые, и внутренний косметический ремонт. Как информировала нас директор Зорбийской школы, ситуация в школах сложная. Большая нехватка детей, так как население выезжает за пределы района. Детей увозят учиться в город. Школа готова к новому учебному году. Она отремонтирована, но детей мало. В настоящий момент у нас 6 учеников по всей школе. В первый класс документы подали только на одного ученика. Такая же ситуация и в Корнийской школе. Нехватка учеников. И к тому же еще и плохие условия учебы. Но учителя все равно находятся на рабочих местах и готовятся к новому учебному году. В сентябре ученики Корнийской школы пока пойдут в старую школу. А в октябре, как обещают строители, будет готово новое здание. Детей мало во всех школах района. В этом году в первый класс документы подали на 4 детей. В других школах тоже такая же ситуация. По подсчетам, в этом году у нас будет только 17-18 учеников. Однако по всем предметам у нас имеются педагоги. Хотя в Знаурском районе недобор учеников, ни одна из школ района не будет закрыта. И как сама надеется районная администрация, поток детей все же увеличится. В школах много молодых преподавателей, некоторые из них приезжают из города. Отток населения из сельских местностей всегда связан с общими условиями. Поэтому остается выразить надежду, что новое руководство района, которое динамично начало процесс преодоления проблем, сумеет остановить этот отток. Елена Газаева, Диана Кисиева, Аида Кочиева. Информационный выпуск сегодня. Получить уроки от подлинных мастеров своего дела, музыкантов с мировым именем. Такую уникальную возможность получили студенты музыкального училища имени Феликса Алборова в рамках фестиваля Вероники Джоевой «Звезда Алании». Наблюдали за увлекательным зрелищем многие цхинвальские поклонники музыки. Среди них и наш корреспондент Яна Плиева. Сегодня на сцене музыкального училища имени Феликса Алборова звучат голоса известных во всем мире оперных певцов. С самого утра проходят уроки для всех желающих. В рамках фестивальной программы Вероники Джоевой «Звезда Алании» предусмотрены и мастер-классы. Продемонстрировать свои вокальные данные и получить советы от настоящих профессионалов – редкая возможность для студентов-вокалистов. А послушать мастер-классы пришли не только студенты и преподаватели музыкального училища, но и просто любители музыки. Немного скованный из-за присутствия знаменитого Владимира Коваля, который проводил мастер-классы, на сцену выходили представители как старшего, так и младшего поколения. Кроме студентов,
свои вокальные данные оперному певцу продемонстрировали только что образованная вокальная группа девочек. Как отметил Владимир Коваль, именно так и нужно привлекать детей к творчеству. Порой любительское увлечение переходит в профессиональное исполнение. Я очень рад, что пришли разные поколения. Кое-что из этого, конечно, по возможности можно найти. И исправить недостатки, как вы видели, исправляли, было не хуже, а лучше. Потом я очень рад, что у вас есть такой энтузиаст, как вот эта женщина с гитарой, которая про сверчка пела, да? Это очень хорошо, что есть такие сверчки, побольше бы таких сверчков, а не шмелей, да? И что занимается с детьми, это главное. Да, дети. Занимается с детьми. Да. В течение дня были прослушаны не только исполнители классической музыки, но и эстрадной. Как еще отметил Владимир Коваль, чтобы добиться хороших результатов и, может быть, даже вывести некоторых исполнителей на профессиональный уровень, подобные мастер-классы планируются и в будущем. Яна Блиева, Алим Бедеев, информационный выпуск сегодня. Европа глазами осетин. В столице нашей республики откроется выставка картин наших соотечественников, которые были написаны в европейских странах, где художники побывали в рамках проекта «Дни осетинской культуры в Европе». Репортаж Эльвиры Тибиловой. Выставка под названием «Отражение Европы» пройдет 26 августа в фойе Государственного киноконцертного зала «Чермен». Организатором экспозиции является Бельгийская ассоциация «Возрождение». На выставке будут представлены работы 13 современных осетинских художников. Наши мастера представят свои картины, написанные в Бельгии, Франции, Голландии, Италии, Венгрии и Турции, где они побывали в рамках культурной программы «Дни осетинской культуры в Европе». Художники, которые побывали в Европе, мы по договоренности, они, значит, написали свои впечатления об Европе, европейские мотивы, этюды, в общем, там пейзажи. И здесь будет выставка «Европа глазами осетинских художников». Выставка сама по себе интересна, а тем более тематическая такая выставка, то есть «Старый свет глазами осетинских художников». Аналогичная выставка «Отражение Европы» прошла в апреле в Москве. Был большой ажиотаж, то есть и по оценкам специалистов это была очень хорошая выставка, а идея вообще понравилась. Выставка является продолжением Дней осетинской культуры в Европе. Пятый год подряд в рамках программы проводятся круглые столы научной и творческой интеллигенции Осетии и Европы, выставки, пленеры и мастер-классы наших художников. В этом юбилейном году мероприятия растянули на целый год. Мероприятия в этом году стартовали 15 мая в Брюсселе, а дальше прошли в Люксембурге и Франции, в городе Цитадели Монт-Миди. Или столько много очень туристов было, все их интересовало, откуда, кто, что, в общем. И очень сильно сдружились с местными художниками. И когда прощальный вечер был, мы зарезали барана, пригласили всех, в общем. И я вам скажу, что многие, даже местные, плакали, говорит, до сих пор мы такое время, говорит, никогда не проводили, они с большим удовольствием, в общем, будут ждать нас в будущем. Выставка «Отражение Европы» проводится при поддержке Министерства культуры Республики. Как отметил глава организации «Возрождение» Родион Пухаев, большое внимание и поддержка оказывается и со стороны президента Республики. Хочу воспользоваться моментом и выразить благодарность президенту Леониду Харитоновичу за его поддержку. Когда я на открытии выставки зачитывал его послание вот нашим мероприятиям, приветственное слово, ну, согласитесь, это дорогого стоит, там видят, что имеется поддержка, что это важно для республики, и для нас это тоже очень важно. По предварительным данным, экспозиция продлится 10 дней. Аналогичная выставка откроется и во Владикавказе в начале декабря. Эльвира Тибилова, Арнольд Харебов, информационный выпуск сегодня. Одна семья. Так говорят о себе те ребята, которые 2 недели провели в гуфтинском лагере. Игры, конкурсы, купание в реке, поход в горы. Все это запомнится им на долгие годы. На закрытии летнего лагеря побывала и наш корреспондент Яна Плиева.
Такой дружбы больше нигде нет, говорит Лана Плиева. К концу смены здесь все как родные. Одни интересы, одни развлечения. Больше всего ребятам по душе пришлись походы в горы и на речку. В лагере Гуфта мне так понравилось, что я была и в первом потоке, и мне очень сильно понравилось, и я поприсутствовала и на третьем потоке. Здесь дети такие дружные, что уже все привыкли друг к другу, и завтра неохота уезжать. В детском оздоровительном лагере за три потока отдохнули более 200 детей. Несколько лет подряд на базе гуфтинской школы собираются дети из разных школ города и районов республики. Воспитанники интерната, дети из многодетных семей и те, кто приехали в лагерь в награду за хорошую учебу. Требования к организации детского лагеря у Министерства образования и науки были жесткие. И это не только соблюдение санитарных норм и противопожарной безопасности, но и правильный подбор педагогов и вожатых. Именно благодаря им даже самый скованный ребенок при правильном подходе может раскрыться и показать свои скрытые таланты. В сезон в детских лагерях отдохнули более 500 детей. Активный оздоровительный отдых сопровождал их все это время. Как говорят сами ребята, 14 дней пролетели как один. И уже сейчас они строят планы на следующее лето. Конечно же, планы, связанные с посещением еще раз этого лагеря. На церемонии закрытия лагерного сезона почти все дети были активны. А это говорит о том, что отдых удался. Праздничный, но в то же время грустный вечер в этом году является заключительным. И к нему готовились основательно. Наш лагерь «Фарм» состоялся. Это видно по вашим лицам, по вашим глазам. И еще это видно тем, что у нас сегодня в гостях ребята второго потока. Поприветствуем! Самых активных и позитивных наградили грамотами и подарками. Дети, которые вели активную лагерную жизнь, участвовали в играх и викторинах, больше всех остальных не хотели уезжать. Многие нашли здесь себе лучших друзей. Я буду скучать больше всего по тому, как мы шли на речку, купались все вместе и играли в разные игры. Лагерь закрывает свои двери до следующего лета. Видя отдохнувшие лица детей, как отметили организаторы, лагерь не может не продолжить работу в следующем сезоне. Яна Плиева, Арнольд Харепов, информационный выпуск сегодня. Узнаем прогноз погоды на завтра, 21 августа. В Наурском районе республики ясно. Вечером ожидается небольшой дождь. Днем температура воздуха плюс 26, ночью плюс 16. В Завском районе переменная облачность и дождь. Днем плюс 25, ночью плюс 16. В городе Квайса переменная облачность, ожидается дождь. Днем 21 градус тепла, ночью 15. В Лениногорском районе Южной Осетии ожидается ясная погода, но вечером возможен дождь.